Перед нами снова стоит сложная задача. Нам нужно найти эксклюзивных людей. Танцоров? Верно. Поэтому я собрал кейс с необходимыми вещами для агента. Доставить его на нужное место. Хотела жить.
Пекусы. Алайда. Как мы поступали в Институт культуры и искусств? Я подошла к колледжу, прошла мимо, возможно, будущих одногруппниц, спросила у охранника, как пройти на вступительный экзамен. Меня отправили на 5-й этаж. Увидев лестницу, я сказала себе, я смогу это сделать. 2-й этаж. 3-й. Я смогу это сделать. 4-й. Да боже, 5-й! Я зашла в раздевалку, чтобы переодеться. Прошла в зал, а там уже кто-то показывал свои таланты. Мы подошли к станку. Девочки на друг друга смотрели кос. Нам сказали сделать гран-папа. Мы провели у станка все 4 дня вступительных экзаменов. Шли дни 1-й, 2-й, 3-й. Вступительные экзамены закончились. Ожидание результатов со вступительных экзаменов. Я заходила на сайт института каждые 5 минут. Я заходила туда постоянно. Когда стояла, фотографировалась. Занималась домашними делами. Да! Я поступила в институт культуры. История о том, как мы пришли на первую пару. Мы пришли. Мы идем. Я что, еще не на месте? Я пошла переодеваться в раздевалку. Моя мечта. Я переоделась. Увидела преподавателя. Девочки поклонились преподавателю. Зачем? Я заволновалась и убежала. Короче говоря, мы пекусы. Направление подготовки – музыкальное искусство эстрады. Высшее образование. Визитная карточка «5 минут славы».